Жительница Шымкента отделалась штрафом в 4 миллиона тенге за международную контрабанду сжиженного газа. Директор одного из предприятий незаконно приобретала у неустановленных лиц топливо без документов и незаконно экспортировала его в Узбекистан и Таджикистан. Таким образом, ей удалось незаконно вывести из Казахстана около 1000 тонн сжиженного газа на сумму свыше 146 миллионов тенге. При вывозе через таможенную границу Евразийского экономического союза она использовала фиктивные договоры и документы о происхождении товара. В ходе следствия факт подделки документов и отсутствие взаиморасчетов сложно указанными компаниями подтвердился. Осужденная выплатит штраф 4 миллиона 300 тысяч тенге. Будет взыскана и стоимость контрабандного товара.